Сейчас репетиция, да? Да. Мы не будем писать себе программу. Поехали. Сходил под окном газетный ларёк. Это право не беда. Разбились единственные очки. Это тоже ерунда. Почтовый ящик сорван шпаной. Это грустно, но пустяки. Но пока телевизор цел. А это уже кое-что. Пресс-экспресс заменит вам ларёк, очки, почтовый ящик. Пресс-экспресс послужит вам штурманом в океане прессы. Пресс-экспресс. И точка экспресс.